Всем привет, с вами Gabzor.com, и сегодня на тестах у нас новая беспроводная колонка, яркая, сочная, громкая, Harper Magic Disco. Доступна примерно за 4000 рублей, предлагает высокое качество звучания, подсветку с тремя режимами и 11 цветами. Давайте подробнее разберемся далее. Комплект включает аудиокабель, микро-USB, руководство пользователя и гарантийный талон. Выполнена в виде бочонка, внешний вид стильный, молодежный, центральная часть обтянута тканью темного цвета. По краям вставки из прозрачного пластика, за которым расположен подсвечиваемый элемент корпуса. Выглядит заделан на премиальность. На одной из граней выведена панель управления подсветкой. Нажатием на кнопку переключаются цвета. Доступен выбор из 11 цветов. Помимо этого поддерживается режим светомузыки и мерцания. Для экономии заряда подсветка выключается вручную. С противоположной стороны у Harper Magic Disco кнопки управления воспроизведением, громкостью, выключения и ответа на входящий вызов. Нажимаются с небольшим усилием, ложные нажатия при ношении в сумке или рюкзаке исключены. Под резиновой заглушкой микро-USB и аудиоразъем. Все необходимые кабели уже идут в комплекте. Прорезиненный корпус, заглушки все это обеспечивают пыли-влагозащиту, соответствующую уровню IPX6. Разместить колонку можно горизонтально или вертикально, используя для установки в сторону с кнопками для управления подсветкой. Второй вариант будет необходим, если доступ к разъемам или музыке воспроизводится уже с флешки. За воспроизведение музыки отвечает один динамик мощностью 16 Вт, частота воспроизведения от 70 до 18,5 кГц. Звуковая сцена с заметным акцентом на низкие и средние частоты отлично подходит для современной музыки и просмотра роликов со стриминговых сервисов. Есть большой запас по уровню громкости. Давайте послушаем, как звучит. Понятно, что восприятие звука в этом тестовом примере будет зависеть и от колонок, и от наушников, которые вы сами используете, но такие примеры вы просите. Ее хватает для организации вечеринки дома и при выезде на природу пляж. При этом для эксплуатации вне дома есть необходимая степень защиты. Весит 750 граммов, вполне можно носить в руках. Для беспроводного подключения используется актуальный Bluetooth 5.0. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. Музыка передается без искажений. При просмотре роликов с YouTube нет видимой рассинхронизации. Помимо этого есть поддержка проводного подключения с помощью аудиокабеля и USB для внешнего накопителя. Флешки корректно считываются популярные аудиоформаты, определяются файлы с латинскими и кириллическими именами. Управлять воспроизведением можно с помощью встроенных кнопок. Есть функция hands-free. Встроенные батарейки емкостью 4000 мАч хватает на 8 часов воспроизведения. На полную зарядку уходит 3 часа. Как итог, Harper PSL-025 – яркая и громкая портативная колонка с высоким качеством воспроизведения, а также управляемой подсветкой. Bluetooth 5.0, hands-free, AUX, поддержка флешек IPX6 и длительное время автономной работы. С удовольствием обсудим с вами Harper PSL 025. Лайк, подписка, приветствуется. Пока-пока.